Всем привет! Это 13 Вольф, и это игра Ark Survival Evolved! И в данную секунду я занят очень важным делом. Я выслеживаю вон ту бешку. Она мне нужна, и главное, чтоб меня не сожрали. Начинаю сразу отвечать на сопутствующие вопросы. Играю я на своем любимом серваке. Как бы он ни менялся, что бы с ним ни происходило, как бы часто он не вайпался, мне больше всех нравится именно этот сервак, и этот сервак называется Ark World. Сейчас народу здесь не так много, и был недавно вайп. 140 вайп. Да ладно. Нету чё. Больше кожи будет, она мне сейчас ой как нужна. Моя первая задача — это прокачаться до болосов, до наркоты, до лука, до наркотических стрел. И нахрен свалить с этой карты, буду выживать на своей любимой карте. Но вы потом узнаете, на какой из этих карт. И это точно не Рагнарок. Я не любитель легких путей. Так что, да бешка-то сдохнет, ты уже, блин, два копья мне сломала. Иди в жопу. Еще жива? Иди еще в жопу. О! Сейчас она мне кожи даст. Блин. Надо бы еще притомить хотя бы паразавра для начала. И будет кайф. А прокачиваться я здесь буду на гиенах. И здесь очень много бегает вот на том берегу. Они вот сыпятся вот оттуда сверху. Сейчас мне нужно на первое время притомить паразавра, притомить раптора и жрать этих гиен. Поэтому я построю себе малюсенький домик. Там два блока, может быть, четыре блока. Побыренькой прокачаюсь и пойду. Пойду качать. Кого я пойду качать? Да никого качать не пойду, уже заболтался. Пойду на свою любимую карту. Чем быстрее я туда уйду, тем будет лучше для меня. О, господи, эта шерсть такая тяжелая. Ну ничего. Неужели я его разобрал? Так, мы добыли, в принципе, неплохо кожи. Это мне пока... А как выкидывать? Я уже все забыл. Как это давно было. Так, первым делом я качаю себе всегда вес. Пусть там все остальные себе скорость качают. А я буду вес качать. Мне так удобней. Вон они, видите, вон уже ходят. Вон гиенки, вон они. Вон, вот, 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 вот этот вот альфа-гиен. Это самое важное. Так, ну что ж. Давайте поищем себе паразавра. Чё там, раптор что ли уже бегает? Ну ты мне, братан, пока не нужен. А вот паразавр тоже, кстати, желательно бы на тот берег перелезть. Но так, чтобы меня не сожрали вон эти собаки бешеные. Ну что же, я пока займусь томлением своего любимого паразаврика. Как только я найду, я вам скажу, и что здесь делает эта гиена. И она одна, может быть, я ее смогу завалить? Я! Или она... Она меня боится. А я еще снайпер тот. И что, копье не подобралось? Подобралось. Может, она где-нибудь забагуется? Да стой ты! Во! Блин, Аллаза! Гиена, не беги туда! Гиена, тебе этого не надо. Ай, хрен с тобой. Гиена... Ну ты че гонишь там аллозавры? Он тебя... О, нет. Ну, все. Я обиделся. Ну нахрен таких гиен. Ладно. Будем тогда заниматься делами насущными. Где паразавр? У меня, кстати, есть такое, как... Не знаю, как это назвать. Пусть будет это фетиш, но я люблю только топовых зверей. Поэтому буду страдать, мучиться, искать себе минимум 145-го, а... Хотя лучше найти тупо 150-го. Здесь, в принципе, их много на этой карте, поэтому увидимся, когда я его найду. А я такой подумал, зачем мне паразавр, пока у меня нет крыши над головой? Сейчас я понадобываю себе побыренько ресурсов, построю себе домик, и тогда будет у меня все огонь. Я поставлю там хотя бы кровать и буду резаться, если меня сожрут какие-нибудь звери. И, кстати говоря, мне же нужно еще сделать трубу. Здесь как раз где-то поблизости есть кристаллы. Сейчас посмотрим, какого левела этот паразавр. А я не помню, сколько стен надо.
Ну, как у меня считалось сейчас в голове. Слава богу, вы не видели моего лица. Я вроде бы еще не доделал стен. Вон там у меня крафтится 8 штучек осталось. О, черный какой. Давай, давай. Ай, да пощель ты, стоп. Мне нужен 150-й. Где ты? И бегай. Но сейчас, может, пока домик крафчу, мне еще уровень дастся. Потом еще уровень, а потом еще. Я чувствую, что у меня сейчас крафтится, а я не смогу ни хрена передвигаться. А потому что все в говне. Потому что ягода тяжелая. Точно, надо ее съедать. Ну ладно, увидимся, как я построю свой шикарный пентхаус. Спустя долгие часы работы, изнурительной добычи ресурсов, нападения различных животных, я его построил. Та-дам! О, как свет еще классно падает. Это, вы посмотрите, это просто чудо, чудо технологий. Так строят домики опытные арководы, такие как я, у которых 3 с лишним тысячи часов игры в данную игрушку. Давайте покажу, что внутри. А внутри там... Ой, вы посмотрите. Вы только посмотрите на эти точные углы. Такой квадратный идеальный дом мог только построить я. И у меня даже есть, так сказать, кондиционируемая область. Вот так вот. Вот такой я себе домик сделал. Я могу спокойно дышать свежим воздухом. И в принципе на первое время пойдет. Осталось мне сюда только воткнуть кровать, потом ступку. И все будет огонь. Но на самом деле эту дырку в крыше заделаю. Кстати, что мне нужно на кровать? А на кровать мне нужно... Сначала спальный мешок. А на кровать мне нужен еще левел. Ну ладно, что ж. Пойдем тогда уже искать зверей. Качаться еще потихонечку. Сейчас добуду себе кристаллы. Кстати, народ, если вы не знали, вот эта локация, это Beach Zone 2. Как я понял, на Вальке. Здесь рядом, ну, есть все. Вот здесь в луже... Да, я сейчас пальцем монитор тычу. Вот примерно вот где вот луч света вот падает, и на тот берег ровную полосу провести, там в луже есть кристаллы для начала. Вот тут вон тухлое мясо с полимером, хотя полимер нахрен не нужен. И бегают гиены, на той стороне бегают куча баранов, поэтому здесь прокачаться можно очень быстро, и есть все ресурсы, которые вам в первую очередь нужны. Единственное, дерева мало, но это мелочи. Так, ну что, пойду я дальше искать себе живку. Как раз еще ночь наступает, и вам, я думаю, будет неприятно смотреть, что я делаю по ночам. Но если я найду, конечно, я вам покажу. Давайте посмотрим, что будет дальше. Нет, стега мне так не нужен. Мне нужен паразавр. 150+. Да, я его нашел, желтенький, обоссанный, но мой, родимый паразаврик. А я с собой, дебил, фундаментов не взял. Да их здесь накрафчу, тут посмотрите, какие деревья растут-то, а. Обалденно, все, у меня сейчас будет большой паразавр. Ну как сейчас, минут через 20. Сейчас мы его начнем запирать, добываем ресурсы. Ай! Они сломали мою кирку. Пока кирка делается, мы добываем волокно. Мы не должны просто так стоять. Мы должны добывать. Это арк. Здесь нужно постоянно добывать ресурсы. Не, хотя я вам скажу так, здесь как-то даже повеселее, чем во многих других выживалок. Меня вот так недавно звали в этот, в инженеры. Но... Блин, мне показалось, что по сравнению с арком там просто дичайший гринд. Так, нормально. 4 фундамента должно хватить. И вот этих штучек 8. Давай на всякий случай еще один фундамент воткну, а то вдруг промажу, всякое бывает. Все, они крафтятся. Пойдем его томить. Тут хищников нет, поэтому мне абсолютно не страшно. Да, сейчас из-за угла выскочит тиранозавр такой. Эй, здравствуйте. Hello, motherfucker. Да крафтись быстрее.
Он здесь где-то ходит. Стега тековский. Кстати, всех тековских зверей лучше всего искать на Генезисе. На карте, где их миллиард. А мы сожрем ягоду, потому что нам тяжело. Ножки Вава. Ну где он? Тут был обоссанный. Не, я его так не буду обзывать. Я его обзову, наверное, желтый снег. Сейчас поназагадываю. Вот он, господи. Пугает меня. Я думал, спрятался от меня уже. Ну давайте начнем нашу эпопею. Вот, блин, удобное место, а я филоню. А теперь по быренькой. Запираем бедняжку. Дамин, ты не прилипайте друг к другу. Да, я тормоз, я знаю. Да господи, уже бы все бы сбежали от меня. Кажется, у меня получилось, да? Да, получилось, игра, скажи, пожалуйста, что получилось. Да, убого, но запер. Все, сейчас его получше запру. Ты только не провались никуда, мне это не надо, мне надо тебя притомить. Это я уже наверняка тут настраиваю. Все, он заперт. Ну, теперь дело за малым. Отдубинить его как следует. Надеюсь, я его не убью дубинками. Погнали вырубать. У меня резко там дубинки есть, чтобы их чинить-то. Ага. Начал бы сейчас вырубать, а у меня рисов нету дубинки восстанавливать. Давай волокно. Все, этого должно хватить. Ну, погнали вырубать паразаврика. Лупы у меня нету смотреть на тебя, поэтому будем аккуратно бить. Рогатка не самый лучший способ тебя вырубать по башке. Дубинки. Я видел, некоторые люди сумасшедшие кулаками вырубают. Это было смешно. Вы когда-нибудь видели, чтобы паразавра по жопе дубинкой вырубали? Да вообще, в принципе, кого-нибудь по жопе дубинкой вырубать. Я понимаю, по голове, а по жопе? Я устал, отдохну. Так, все, отдохну. Избиение молодого паразавра. Да давай уже спи. Тут уже потеки начинают появляться. Ура! Я его вырубил. Все. Он спит. О-о-о-о. Так, теперь надо набыть ягоды. И он у меня притамится. Я думаю, я этим уже справлюсь минутой погодя. Это, в принципе, не быстрый процесс. Хотя паразавр томится быстро. Так что вам особо тут смотреть-то нечего будет. Показывать я вам не буду. Буду просто бегать, добывать ягоду и таскать его, ее ему. А назову я его Желтый снег. Все-таки как планировал. Если вам не нравится это имя, пишите в комментариях, какое имя вам понравится. Тогда переименуем. И будем пытаться хранить его до конца нашей игры на этом сервере. Ну что? Будем мучиться, страдать 20 минут спустя. Или хрен знает сколько. A few moments later. Так, у нас остались считанные секунды. Он сейчас встанет. Давай. Да! Оно живое! Живое! Да! О, он встал. Прям как писюн с утра. Это шикарно.
Боже, я здесь так долго мучился, просто вы бы знали, прошло хрен знает сколько часов. Я тут и боролся и с холодом, видите, пришлось костры ставить. И факел сделал себе, ну потому что реально было дико холодно. Так, все, потухни и нафиг сломайся, не засоряй сервак. И вырубить тебе этот чертов факел. И эти бронточи вокруг ходили, мешали, просто срали везде вокруг. Я думал, это переростки Фиоми, и нет, оказались все-таки бронточи, оба 135-й, самец и самка, походу это семейная пара. Ну, теперь у нас есть паразавр, и мы можем спокойно, конечно, не особо спокойно, но нам нужно сделать ступку, выучить наркоту, и тогда кач пойдет. И он, кстати, очень много переносит веса. А это нам ой как на руку, мы можем и в нем, я в него уже там напихал волокна. Правда, мне тут бесполезные ягоды надо выкидывать, но зато он сейчас у нас будет очень много фармить ягодки. Мы будем питаться пока этой ягодкой, вот я в него немножечко сложил, что надобывал, пока его кормил. Надо будет это отнести все на базу. И нам нужно сделать толечко... Господи, нафиг я делаю эти уменьшительные ласкательные слова. И нам нужно будет сделать металлические кирки, металлические топоры и все остальное. А качаться с ним мы будем немножечко побыстрее, потому что, ну, все-таки это Дина. Сколько у тебя хп? 1200. И он должен справляться хотя бы с парочкой гиен. Но они на него даже нападать не должны, по идее. Но мы зато сможем удрать, мы же все-таки бегать можем. И плаваем мы не так уж и плохо, лучше, чем остальные Дина. Ну, пока по пути буду добывать ягодки, пока бегу домой. Ой, она куда побежала? Иди сюда. 25-й, но это гораздо лучше, чем ничего. Она хорошо должна бустануть. Да, мы убили свою первую гиену. Так волнительно. Правда, маленькую, но это что ж хорошо. Давай, хпшечки. Надо большую гиену валить. Это чё? Дилка валяется. Ну, пусть валяется. Так, там была стая гиен. Они-то мне и нужны. Там киса, да. А чё у нас там за киса? Мы сможем ее одолеть? Боже, как-то неудобно. Но она, в принципе, с карбонимисом хреначится. А карбонимиса какая? Ну, в любом случае, если что, мы сможем от нее убежать, правильно? Да вы-то, блин, то что вам-то надо от меня? Ой, вас не хватало, мелкие гады. Всех убью. У меня... А, кису не убью. Ой, откатило неприятно так. Где киса? Страйком лупится. Ну, пусть лупится. Ой. Я надеюсь, тебя трайк завалит. Нет, трайк не завалит. Но если что, мы всегда можем нырнуть в воду. И снова уровень. О, как хорошо. ХПшек нам не хватит пока вывести кису. У нее урон гораздо больше, чем у нас. И она там себе хилит, вон как хорошо. Ладно, оплывем ее. А она, тварь, около нашего домика. Куда она побежала? Не, ну раз побежала, то мы побежим туда. Пусть забирает. О, вот это хреново. А это очень хреново. Сейчас она будет нам поджопников давать. Мы должны успеть убежать. Ой, как больно бьет. Вот, месись со стега. А вот тут мне прям вот интересно, кто кого. А какой стега-то?
60-й, но мне кажется, стега не вывезет. Хотя у них урон-то неплохой у стегачей. И куда подевались все гиены здесь? Да, она больше меня хочет, я понял. Я вас понял. Окей. Сейчас мне осталось изучить себе ступку, и начнется наш кач, пока я побегаю, подобываю ресурсы. Вот оно. Вот ухлячок. Наверное, вот так будет лучше, да? Да, так будет гораздо лучше. Один тухлячок — это один наркотик, а его уже ой как много. Замечательно, замечательно. А больше дельфинов нету тут по берегу? Давайте посмотрим. Боже, не рычи на меня. Не, больше дельфинов не вижу, да, и на той стороне тоже. Ну ладно, хрен с ним. На первое время это будет просто огонь, и тут опять паразаврик ходит, да, и хрен на него. Тоже все на все хрен. Главное, чтоб на все хрен. Ой, сейчас мы сделаем себе уровни. Прокачаюсь до первой лётки и пойду искать себе дом. Это что ж такое-то? Пить? Ага, ага, она же во мне вся, да? Все нормально. Да куда в костер? И что же? О, у меня же жаренка появилась. Господи, все, шикуем. А вот это беда, очень мало. Или так раньше было? Что-то я не помню. Или по сотке? Нормально, 119 наркоты. Так, ну... Да простят меня все мои товарищи, но я выкину этот полимер. И пойдем попробуем загрызть гиен. Ну, не получится, значит убежим в воду. Уж там-то они нас догнать не должны. Так, подбираемся. Да отойди ты, что ж такая толстая. Подбираемся к месту, где водятся до хрена гиен. Будем сейчас их здесь немножечко... Ну, если они нас, конечно, не будут расчленять, попробуем мы их. А съешьте эту кису. Спасибо. Ой, вас всего трое. Трое, это хорошо. Ой, как больно. Ну ладно, должен победить. Тем более раздамаженных. Есть, сейчас одна откинется. Да и не только одна. 130-ю загрыз. Да подожди, подожди, я тебя хочу скушать. Иди сюда. Иди сюда. А это кто? Слушай, в них может же быть что-то. Типа вот. Оу. У нас будут новые шмотки. Это нафиг. Нафиг. Обалдеть, ядовитые стрелы сейчас нам будут давать. Да это же вообще имба. Это я только в один заглянул, да? Это саблезуб с простыми стрелами. Тут что у нас? Это жопорог. Не. Так, а где гиены-то все? Вон она, да? Это вот, которая кровавленная. Да-да-да. Ты мне и нужна. О, иди сюда. Ай, паразавр, медленнее гиены. Я... Блин, 80-я, хорошая. Ща нарвусь, чувствую, на что-нибудь. Если б я еще попадал бы. Е. Давай, ты мне дашь весь левел свой. Да ты коза. Бежим! Сколько вас? Одна? А чё ты меня грызёшь тогда, если ты одна? Дрянь. Так, ну нормально, в принципе, у нас уже есть по два уровня. Вот сейчас мы реально вкачаемся, я уже 20-й. 20-й уровень, я уже могу делать металл. Да что ты на меня нападаешь? Ты же одна. Вот еще одну сажал. Еще уровни. Вы смотрите, как они прут просто.
Они мне сейчас будут еще давать всякие штуки, стрелы, луки. О, еще бы цветные бы давали было вообще бы. Еще есть желающие умереть? О, мне еще, я уже все, 300 могу. Дальше мы качаем себе... давай выносливость буду качать, потому что что-то бегаю хреново, и вот это то, что надо. Так, вас трое, у вас до хрена. Не, я не хочу с четырьмя пока сражаться. А вон там сколько? Вижу четверых, пятерых. Блин, был бы я на рапторе, был бы... Оу. Надо валить. Слишком много понаплодилось всяких тварей, а они капец какие опасные все. В принципе, вошел я неплохо. У меня теперь есть транквилизационные стрелы, и я могу томить раптора. Чем я сейчас и займусь. Фу, нашел. Пусть будет 140-я самочка, она мне ой как поможет. Тут как раз еще и бешка ходит. Давайте, я готов. Надо сразу зарядить заранее луки. И приманить ее к нам. Э, кракозябра, иди сюда. Эй, сюда! Кс-кс-кс-кс-кс. А, увидела. Боже, блин. Там не так уж и глубоко. Ну, бежишь? Ты чё, блин, гонишь, что ли? Она передумала. Я не хочу к твоему тековскому другу идти. Он мне всю малину испортит. Ой. Со словами «Ой, все», она развернулась и убежала от меня. О, во. Кажется, ко мне. Нет, не ко мне. Так, я не понял, там анкилка. Блин, анкилка же вас убьет. Иди сюда. Иди сюда, коза. Иди сюда, коза дырявая. Иди ко мне. Иди. Да не бегай ты так. Ко мне иди, но я в тебя не попаду с таким пингом. Да неужели, блин? Давай, спи. Я не хочу тебя убить. Но спи же. Спи давай. Я думал, замочил, господи. Но я был близок к этому. Тузик, ко мне. Где ты? Иди сюда, давай, ты мне сейчас очень пригодишься, мне нужно убить чертову бешку, пока эта тварь не встала. А я видел вон там бешку. Кстати, какого бешка уровня-то? Где-то здесь была бешка, бешка, ты где? Бе! О, сразу отозвалась. 50-е мало, но хоть что-то, как говорится. Так, ну он сам же жрет более тухлую. А тебе наркота нужна, ты скажи, друг мой? Нет, не нужна, да? Шикарно, все. У нас будет раптор, и мы будем жрать гиен. Вот это то, что надо. Раптор, это то, что надо. Ну, а пока он томится... Будет пауза. О, да, она притомилась. Назовем ее Альфа. О, наша девочка. Так, ну что, надо тебя дотащить до дома. Немножечко, наверное, качнуть. Чтоб ты на человека стала похожа, а не это вот все. А ты, братан, за нами пойдешь. Мы будем тебя охранять. Сейчас немножечко скину вес, потому что рапторы, они такие слабенькие по грузам. О, все, шикарно. Погнали!
Погнали за мной. Ой, какой я быстрый, я могу добывать. У нас первый хищник, и я буду качаться. Так, ну что, побежали в долгий путь до нашего дома. Может, по пути кого-то придется сжать. Ты, мой первый замес с нашим врагом. Ну, маленьким, правда. Ну как, 135-й, ну маленький. Мы его должны просто раскатать. На, он прямо, ничего нам не сделает. Только треть хп снесет и все. И нам еще стрелу подарит. Ой, ботиночки хреновые. Не нужны нам такие ботиночки, а стрела нам нужна. Так, ну мы сначала будем качать. Ой, как плохо хпшки качаются. Но что мне нравится в хищниках, их легко отхиливать мясцом. Теперь начнутся испытания нашего раптора, и мы будем побеждать все-таки этого 130-го саблезуба, который, ой, сколько нам крови-то попортил. Но как попортил? Он жил около нас, нам пришлось его сюда перетащить. Я смотрю, он тут сейчас кошмарит эту часть острова, и наша задача его загрызть нафиг, потому что он уже всех здесь задолбал, как и меня задолбал, когда жил у меня под домом. Да, он больно кусается. Но я больнее. Блин, я... Иди нафиг. Да меня-то за что? Давай мы тебя съедим. Куда ты побежал? Не убегай. О, трус. Он бежит от битвы. Ну в воде вообще тебе будет хана. В воде моя животная непобедима. Умри. Храброй смертью. Сдохни. Ам-ням-ням-ням. Ну, почти, почти, да. Мы почти его победили. Мы его победили. Это была эпическая битва. Это была самая эпическая битва. Да. Ну что ж, вот такой получился у нас ролик. А с вами был 13 Вольф, и почему эта сволочь за мной бежит? С вами был 13 Вольф, и я сейчас буду лупасить этого дедика, а следующий ролик мы начнем с того, что я буду томить Птера. Ну, и пока меня с вами не будет, я все-таки немножечко прокачаюсь. Всем пока! Блин, тебе еще друг прибежал! Да ну вас в жопу!